Второй круг стартовал с зеркального матча реванша Тараса Актобе. Южане выиграли 2-1. После чего актюбинцы не смогли прийти в себя и в 13-м туре потерпели крупное домашнее поражение от лидера турнира Кайрата. На сей раз алматинцы пропустили, но в ответ отгрузили 7 мячей. Лидерство Кайрата по-прежнему неоспоримо. В то время как Актобе очки терял, другой южно-столичный клуб Жас-Каран очки набирал. Победы над Атырау и Астаной вывели алматинцев на второе место, и они продолжают преследовать в турнирной таблице своих земляков – кайратовцев. Кстати, в матче первого круга именно жас-карановцы нанесли пока единственное поражение Кайрату. В списке бомбардиров без изменений. С 11 голами лидирует кайратовец Рамазан Багдад. Его одноклубник Аруб Саутов с 9 точными ударами на второй позиции. Что интересно, Рамазан выбился в лидеры и по количеству ассистов. Их на счету бомбардира универсала 6. Нежадный парень. И сам забивает, и товарищам помогает. Возможно, поэтому и Кайрат является единоличным лидером QJ-лиги.